Чё только начинаем. Oh, my friend! Да мои друзья, они врать не станут, их много, а мнение у них у всех одно. Так почему я должен быть пепсименом? Или просто потому, что мне идет голубой цвет, но все это не важно. А может, потому что я просто люблю пепси и слушаю своих друзей. До встречи. В принципе, я считаю, что я что-нибудь про себя рассказал. Надеюсь на ваши добрые, но объективные мнения. Комментарии, и, конечно же, это то, что, в принципе, вы отметите, что вам понравилось. Спасибо. Я Пепсимен, Артём, и это мы тут северный мишка. Надеваем крышечку и взбалтываем все не менее 90 минут. Если взбалтывать меньше, не получится оригинальный вкус нашего Пепси в домашних условиях. Вот, главное остановиться. Останавливаемся. О, да! Волшебный Пепси удался! Сейчас, одну секундочку. Кто как не Пепсимен знает о Пепси все. Мне идея нравится. Я думаю, что много молодых ребят, конечно, на эту роль подходит больше, но ведь и Пепси-ветераны сегодня не такие уж простые ребята. Могу назвать себя мистер Пепси Парадизо. Ну а в дальнейшем, что в дальнейшем? В дальнейшем посмотрим. Let's Pepsi!